Незвично на території Подільської міської опорної лікарні від сьогодні вже відкритої для всіх подільчан – лікарів, медичних сестер, сімейних лікарів, працівників бригад швидкої допомоги, фельдшерів та санітарів – сьогодні вітали з професійним святом. Відчувалося, як всі медпрацівники раділи такі довгоочікувані зустрічі вже у повному складі. Нарешті на територію лікарні завезли повітряні кульки, а не балони з киснем. Перше вітала медпрацівників заступник міського голови Олена Музичук. У привітальному слові справедливо відзначила, що жителі Подільська високо цінують працю медиків, які подарували радість перемоги над недугами багатьом з них, та висловила представникам найгуманнішої у світі професії найтепліші слова вдячності та подяки за віддану працю, професіоналізм і особливо за вагомий внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19. Традиційно, кожне третє воскресіння іюня мы чествуем всех медицинских работников. И, наверное, впервые за многие годы вы не смогли собраться, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Провести концерт так, как это умеете делать только вы. Поэтому мы все сегодня пришли к вам, чтобы сказать те слова благодарности, которые переполняют душу, выразить признательность и уважение. Непростая весна выдалась в этом году. Страшное слово «пандемия» пронеслось над миром, не минуя и наш город. Но вы с честью и достоинством выдержали это тяжелое испытание. Но вот сегодня, после долгих месяцев карантина, наша больница вновь открыла свои двери. Знаете, когда в обычной повседневной жизни мы часто не обращаем внимания на то, что окружает нас, что делает нашу жизнь комфортнее. И вот когда больница не смогла полноценно принимать пациентов, пришло понимание того, что очень важно ценить и беречь то, что мы имеем. Поздравляем! Желаем вам улыбок от вылеченных пациентов. Сочетайте в себе нежность и суровость в зависимости от обстоятельств. Боритесь за человеческие жизни – не забувая стоять на страже і свого здоров'я. Згадали про велику втрату для всіх медпрацівників як міської лікарні, так і Центру первинної медико-санітарної допомоги, про лікаря Віктора Голіченко, який пішов з життя навесні, добрих справ і досвіду якого наразі дуже не вистачає. К сожалению, коварная болезнь забрала человеческие жизни. И никогда уже не поздравить своих коллег с праздником прекрасный человек, врач с большой буквы Голіченко Віктор Анатолійович. Квітами та грамотами Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної ради вітав медиків головний лікар Олександр Жуковський. Дорогі колеги, я очень рад видеть вас в таком большом составе. Мы уже отвыкли друг от друга. Мы несколько месяцев не видели друг друга и работали ограниченным коллективом в жестких условиях. Мы пережили страшный период, но он уже позади. Да, в принципе, и плохое, наверное, уже забывается, и страшное. Нас ждет другая жизнь. Я надеюсь, что эта проблема, я имею в виду коронавирусную инфекцию, станет менее жесткой, и мы будем работать в обычном режиме. С сегодняшнего дня мы начинаем работу. Работа, правда, несколько ограничена. Надо учитывать продолжающуюся эпидемию. Вот. Но вместе с тем мы будем работать. В пятницу губернатор Одесской области Максим Владимирович Куций награждал грамотами отличившиеся лечебные учреждения. Ну, вы знаете, я был горд тем, что мы стояли, по всей видимости, наверное, в центре. Действительно, мы показали пример, как надо работать дружно, как надо работать организованно. В общем-то, и смело. Никто не побоялся практически заходить в очаги инфекции. Примером, конечно, для этого явилось инфекционное отделение. И костяком того коллектива, который работал совсем недавно, было инфекционное отделение. Это и врачи-инфекционисты, и медсестры инфекционного отделения. Это врачи-реаниматологи и медсестры реанимационного отделения. И тех отделений инфекционных, которые открылись на третьем и четвертом этаже нашего главного корпуса. В общем, коллеги, огромное вам спасибо за тот труд,
за тот риск, который вы перенесли, за ту вашу смелость, которая вела вас в очаги инфекции. Огромное вам спасибо и от меня, и от городской власти, и от жителей города Котовска. В этой ситуации, вы знаете, были не одни. В первую очередь к нам пришла на помощь и городская власть. Выделены были большие деньги из местного бюджета для приобретения средств защиты, кислорода, медикаментов, благотворительные фонды, корпорация монстров, ассоциация фермеров и множество других. Сейчас трудно всех перечислить. Поэтому мы были не одни. И вместе сообща мы справились с этой ситуацией. Еще раз огромное спасибо. С прошедшим праздником. Будьте здорові, радуйтесь жизни. Кожного присутнього на святі організатори привітали квітами, листівками та музичними вітаннями. На згадку про цю значущу подію в небо були випущені повітряні кульки, як символ здійснення усіх бажань. Огромне спасибо, тому що це нам завжди не вистачає радості. Правда, в нашій роботі позитив – це питання для нашої душі, правильно? І ми дуже раді, ми дуже благодарні за те, що ви отак нам віднеслись. Навіть мене відмітили. Я, чесно, не чекала. Самое главное з понедельника підняти настроєння, щоб почалась робота з хорошого позитива, з хорошого настроєння, з улыбок, які ми даримо друг другу, да, дівчатки? Нам такий великий вот сюрприз. Еще раз всех с наступившим праздником! Море-море улыбок, любви, благополучия, всего самого-самого наилучшего. А самое главное, здоровья. Чтобы крепчайшего хронического здоровья, чтобы никто не болел. Никто вообще, а мы наслаждались тем, что если, не дай бог, конечно, заболеют, но потом приходили к нам и говорили большую нам благодарность, потому что мы их вылечили.